Садыр Джапаров принял чрезвычайного и полномочного посла Франции Франсуа де Лауса по случаю завершения его дипломатической миссии в Кыргызстане. Глава государства подчеркнул, что в период миссии посла сотрудничество между Кыргызстаном и Францией в политической, торговой, экономической, культурно-гуманитарной сфере заметно укрепилось. Садыр Джапаров поздравил французскую сторону с успешным проведением летних Олимпийских игр, отметив, что для кыргызского народа и государства это событие стало историческим, так как кыргызские спортсмены показали хорошие результаты. Президент также отметил важность привлечения французских инвесторов в реализацию проектов в сфере туризма, гидроэнергетики с целью дальнейшего расширения экономического сотрудничества. Глава государства поблагодарил посла за содействие в развитии совместных образовательных проектов и создании условий для обучения кыргызских студентов во Франции. Франсуа де Лаус выразил благодарность Садыру Джапарову за плодотворное сотрудничество. Он подчеркнул важность продолжения работы в тех сферах, которые были отмечены президентом. Хочу выразить отдельную благодарность за содействие в развитии совместных образовательных проектов и создании условий для обучения кыргызских студентов во Франции. За время вашей миссии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере наше сотрудничество заметно укрепилось. Поздравляю французскую сторону с успешным проведением летних Олимпийских игр, поскольку для кыргызского народа и государства это событие стало историческим, так как кыргызские спортсмены показали хорошие результаты. Шанхахмат, уважаемый господин президент. Да, я улетаю через 36 часов, после 3 года и 10 месяцев работы в Кыргызстане. И мне, вы понимаете, как мне приятно было работать в вашей прекрасной стране, познакомиться с вашим прекрасным народом. И это было для меня очень важное время в моей жизни. Я никогда не буду забить Кыргызстан и...